Сегодня день рождения Льва Ашанина. В этот день ему бы исполнилось 104 года. По случаю на родине поэта в Рыбинске с концертом выступил Иосиф Кобзон. Выступление было организовано при поддержке благотворительного фонда Валентины Терешковой. В зрительном зале Дворца культуры «Авиатор» «Аншлаг» Иосиф Кобзон исполнял песни на стихи поэта. И, как отмечает сам певец, именно произведениями Льва Ашанина, именно эти произведения сыграли в карьере ныне заслуженного артиста СССР большую роль. Прозвучат песни, посвященные Великой Отечественной, прозвучат и лирические песни, и, конечно же, песни Ашанина. Потому что Ашанин и Островский – это мои первые авторы, с которыми я в 1960 году начал работать.